Куквежоночнин эчаджа колис выльвоч, Сыктывкарын тая кыпыт гашке жлас, важеннин дач тышене. Степан Изердин султадысненин пашкыр коз, ыны кыпаден еакар. Шойчан лун ясатаны котыртын ярманга даунаму катор, мэй кыпада словру. Анастасия Тюрнина чыч, дач тыша выльвок ежла. Вот эти пропилы создаем, и вот так вот их оттуда убираем. Неунаторгжан и гис потас ставнас. Уджис зев кывкутана. Маштер ясланым бычукас инструмент. Носо электрический яс торгшивлене. Коман градус кочит дырем бензопила яс оз уджанны. А он ишоны да вульвочкола став саудитны. Евгений Юркин вундалы е да склайт вунен. Ачис важен пенсионер, но быдво окутите пуктыны пай е кар вычемын. Детишкам-то где-то бы, конечно, поиграть. В основном ведь для детей это все создается. Хотя взрослым тоже эта сказка нужна. Вот. Все мы из детства. Когда письма опускают в ящик, мы им угощаем конфеткой. Все довольные. Кочет пыльлен пошта чоч тане и йозис пыр эм. Талун яшика шибыты снамате кыш письма. Унан охотитене аджишлене пылькад. И шойчан лун яса. И волан вещи класс ясен. Они все ждут. И спрашивают, а когда ответ нам придет? А когда нам ждать? А вы что отвечаете? Ну что, конечно, ждите. Чудеса случаются. Главное верить. Но и мечер торялымыз таво и слащанын вуже деснене уна мыдла фонтандоре. Сене эмнин е куимшо метрамында, уже дома гирлянда. Мы в Новый год сюда приходим, здесь очень весело, да, и много народа. Мы обязательно новый каток посетим. Открытие, конечно, ждем, каждый год ждем, и мы, и взрослые, и дети. И с друзьями, и с семьей будем обязательно ходить. Обязательно придем сюда с ребенком. Чигартный став уж довольствен вульвоща карму впали на декабрь кышкайте длуна, та я каткежла изердин, сутодаснанин ему гарьяс, кожит пыль да лымнылес, и дерт локтан воща пас драконес. Анастасия Тюрина, Екатерина Родина, Артем Соколов, Юрган, телеканал.